С наступлением теплой погоды многие начинают задумываться о благоустройстве своих квартир, домов и дач. Специалисты строительного управления напоминают, планируя любые строительные работы или перестройки, важно помнить о регламентирующем эту сферу законодательстве и правилах, которые обязательно нужно соблюдать, чтобы преображение жилища или прилегающей к нему территории было безопасным и легальным. Если вам принадлежит квартира в многоэтажном доме, в строительное управление необходимо обращаться во всех случаях, когда запланирована какая-либо перепланировка, в том числе остекленение лоджии. Проведение некоторых видов работ нужно согласовать с соседями. Если идет речь о не несущих перегородках, перестановка их местами, или снос их, или там постройка новых каких-то, то в этом случае необходимо делать, это называется упрощенная карта реновации квартиры. Если идет речь о каких-то строительных работах с затрагиванием несущей стены, то это уже полноценный технический проект, в котором нужно собрать 2/3 подписи всех жильцов дома, да, так как несущая стена это является общим имуществом. Владельцы частных домов и земельных участков, в свою очередь, должны учитывать, что соответствующую документацию необходимо подготовить не только для постройки новых или перестройки имеющихся зданий, но и при прокладке новых инженерных сетей. В таких случаях не стоит забывать о том, что у каждого инженерного строения есть защитная полоса, которую в дальнейшем нельзя будет застраивать. Когда строительство или прокладка инженерных сетей запланировано недалеко от границы участка и соседних объектов недвижимости, то начало работ необходимо также получить согласие их владельцев. Планируя строительство нового объекта, необходимо учитывать также территориальное планирование Даугавпилса. В нем оговорено, какая застройка допустима в конкретном месте города. Подробные консультации по всем вопросам, связанным с застройкой и перестройкой объекта в черте города, можно получить в Даугавпилсском строительном управлении. Специалисты пояснят, какие именно документы необходимо подготовить в вашем случае, каким образом это можно сделать, а также помогут выяснить, какие работы можно или нельзя проводить на интересующем вас земельном участке, даже если вы не являетесь владельцем, а, например, рассматриваете возможность его приобретения. Я очень рекомендую, прежде чем человек что-то начнет делать, пожалуйста, чтобы обращался или звонил в Бувалду специалистам или руководителю Бувалды, или главному архитектору, или инспектору за получением консультации. Лучше переспросить лишний раз, чем потом потратить деньги и быть бессильным реализовать свою, так скажем, узаконить свои вложения. Сюжет подготовил отдел общественных отношений и маркетинга Даугавпилсской городской думы.